внимание, обращаем внимание прессы, надо обязательно об этом рассказать всей Украине, что Запорожье становится все больше и больше центром не только вертолетостроения, но и самолетостроения. Еще бы я хотел поблагодарить тех, кто соучастников на сертификации. Сегодня будет первый сертификационный полет, но мы уже перед этим часть элементов, основных элементов вертолета уже сертифицировали. Чернигова и Львова до Харькова. Все у нас загружены. Вот стойки даже, гидроцилиндр, вот эти боковые, делают Харьков и Днепропетровск. Так, Чернигов делает порядка 200 номинований датчиков. Те, что мы раньше делали в других странах. Все очень хорошие датчики. Мы с Александром Николаевичем как бы достаем самые современные в Америке, в Европе, а потом передаем это в производство. Окончательный момент сертификации, на котором будет собран новый двигатель, новый редуктор, новый
бака и внешней подвески. Уже мы подали на днях, буквально под подвеску, бюллетень, такой порядок. А здесь вы увидите два вертолета, которые будут участвовать. Один из них, на сердце на вертолете стоит, на сердце на вертолете Ми-2 МСБ стоит Ми-2. Стоит новая кабина. Вот вы видите. Стеклянных, это наш вертолет. Мы отдали, где приведутся наши.